Всем привет, привет. Боня, скажи привет. Спот. Мяу. Вот такие у меня друзья дома. Ну, что ты? В общем, мы только что вернулись с прогулки и зашли в магазин. Мы живем в Шотландии, и наш магазин, сейчас покажу, называется Savers. Там бытовая химия. Вот название. Сейчас расскажу про цены. Ну и что мы купили. Все вместе у нас вышло на 74,37 фунтов. Вот. Как-то так многовато вышло. Я рассчитывала, что будет меньше. Но в любом случае цены там классные. Так. Тут покажу вам чек. Что столько, сколько стоило. Сейчас быстренько расскажу. В общем, смотрите. Доместос для туалетов. Фунт 49. Вот он. Так. Ваниш 6,99. Ну, вот это большая коробочка для стирки. Так. Потом спрей. Брайт. А это что же это? Не знаю. Фунт 19. Что-то странное. В общем, я сюда еще вернусь. Ленор Черри. А это освежитель. Вот такая вот штучка, кондиционер для стирки. Так, это 2,99. Так. Сибирия 7,99 912. Очень интересно, я даже не знаю, что это. Сибирия. Ну ладно. Что-то она мне такое странное пробила. 912. А, это красочка для волос. 7,99. Вот. Две штучки. Так. Освежитель для ковров. Убирает запах животных и мягкой мебели. Он стоил фунт 35 всего лишь. Так. Для ковров, ваниш, для чистки ковров. Вот такой. Отличная вещь. Убирает все пятна. 3,49. Так. 2 фунта. Стоила вот такая жидкость для мытья полов. С содой. Потом у нас есть фейри с яблочком. 3 фунта. Тут целый литр. Так. Потом... Или больше. Ну, ладно, по-моему, литр. Так, 3,49 масочка для волос. Для блондинок. Очень хорошая. Она с тонером идет. Такая фиолетового цвета. Неплохая. Так, масочки для лица. Они по фунту. Три разных. Вот такая умывалочка для лица от Нивея. 2,29. Бальзамчик для губ. 2,29 тоже. Что еще? Вот такой спрей защита. Защита 3,75. Вкусняшки для собаки. Написано, что натуральные. Фунт 29. Так. 3,29 для туалета, для унитаза. Так, сухой шампунь. Вот он. Тоже немножко с тонером,
с фиолетовым для блондинок. Он у нас стоит 2,29. Следующий. 4,99. Ага, 4,99 упаковочка Glade и 5,99 упаковочка Airwick. Это такие освежители, очень классные, прикольные для вот такого автоматического диффузора. И салфетки, без них никуда, для всех покрытий, антибактериальные, 2,99. В общем, вот такой у нас шопинг получился. Все счастливы, все довольны. Домой прибежали, начался дождь. Вот, выходили, было солнышко, тепленько, так хорошо. Сейчас прям дождик. И ветер. Чё сидишь? Чё ждёшь? Голодный? Сейчас буду кормить. Где спать? Привет! Привет! Соты, моя девочка. Сейчас накормлю. Да? Да. Ну все. Всем пока-пока. Такое маленькое, коротенькое видео.